Попытка закинуть мяч там за спину Рафинье. Рауш. Бандер может и пробить отсюда уже. Рикошет. И гол! Абделауэ! На него, наверное, будет записан этот мяч. Но Мануэлю Нойеру как будто на роду написано за Баварию пропускать какие-то совершенно непонятные голы. И сейчас посмотрите опять, что сделал Рауш. Он вернул эту атаку к жизни, вцепившись буквально на бровке в мяч, откинув его к Пандеру. Вот смотрите. Вот смотрите, вроде отбил Рафинья, но не особо спешит игрок Баварии. Рауш в подкате выцарапывает мяч. Здесь зона не закрыта Вайнштайгером. И от кого мяч все-таки, кого он последним задел? Луиса Густава или Абделауэ? Сейчас увидим. Луиса Густава. И вы знаете, наверное, это автогол. Наверное, это автогол, потому что мяч, как мне показалось, после удара Пандера летел мимо. Конечно, он летел мимо. Да, ну, Нойер, что тут скажешь, не позавидуешь вратарю Баварии. 4 мяча пропущено в сезоне Нойером. Один он привез сам. В первом матче чемпионата, второй